всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на моем канале Секрет Тока. И сегодня у нас вторая часть нашего влога, как мы подготавливаемся к Хэллоуину. Что ж, давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Первая часть уже в профиле. Ого! Тут вот еще что есть. Интересненько. Я бы вот такое вот купила. Ну давай купим. Давай, обязательно возьмем летучих мышек и призраков. Да. Так, тут сразу можно купить вон сколько конфет. О, давай возьмем. Так, ой. Я возьму, не переживай. Тут еще есть вот такая тыковка и летучая мышка. О, она даже издает звуки. Она не настоящая или случайная? Ну, кто знает. Здравствуйте, вы еще чего-нибудь приобрести хотите? Мы сами справляемся, спасибо. Ладно. Странный чувачок. Так, ладно, пошли. Ой, это что? Не знаю, какая-то шкатулочка, но тоже интересненькая. Интересно, к чему этот ящик на Хэллоуин? Сердечком. Не знаю, может, случайно забыли убрать, может быть. Ну, может. Так, думаю, может быть, какие-нибудь вот такие баночки взять? Мне вот это нравится. Давай возьмем. Можно еще вот такую книжечку взять фиолетовую. Или можно вырастить свою тыкву, смотри. Тут семена есть. Давай вырастим тыкву. Это будет очень круто. Давай. Так, тут у нас какие-то повязочки и какой-то шар. Ну ладно, возьми вот эти глаза. Угу. Вау. А тут что у нас? Тут почему-то... О. Ого, крутая штука. Давай это тоже возьмем. Давай. Так, положу туда свой телефон. Гениально. Лео, ну что в самом деле? Еще возьмем вот такой череп и вот такую баночку. Уже ничего не помещается. Блин. Если надо, я вам могу помочь. Я пока что еще все равно ничего для себя не выбрал. А вы точно у нас не заберете эти вещи? А то мало ли. Да нет, я вам правда хочу помочь. Ну ладно. Так, ну, можете еще вот такую картину с призраком, кстати, взять. Она тоже хорошая. А, не, спасибо. У нас и так куча вещей уже дома. Да их девать некуда просто. Понимаю, мне с женой так же. Так, надо какую-нибудь свечку или светильник, наверное, тоже взять. Я возьму, наверное, одну вот такую вот свечку и один вот такой вот светильник в виде тыквы. Вау, круто. Ой, еще возьму вот такую свечку одну тоже. Ну вот, у меня тоже рук уже не хватает. Ладно, надо еще одну коробку найти. Так, ну я больше ничего не вижу, что можно взять. Ну, еще можно вот такой вот светильничек тоже приобрести. Он, в принципе, нормальный. Ну да. Так, ну все мы взяли. Костюмы еще. Точно. Так, вот такого паука я возьму. А я возьму ведьмочку. То есть вот такой вот костюмчик. И еще возьму вот такую метлу. Мне кажется, она очень крутая. Так, ну что, пошли все это упаковывать. А тыкву ты не хочешь взять? И вот такие подсолнухи еще. Да, подсолнухи хочу взять, они очень крутые. А вот тыкву я что-то не знаю, может не будем брать. Можешь и не брать, не будем брать. И так уже очень много всего накупили. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, мне кажется, мы с ума сойдем столько тащить. Давай три коробки, я, две, ты. Ладно, давай. Вам еще идет один бонус-приз, сейчас. А сколько с нас, кстати, мы так и не знаем. Ваш бонус-приз это вот такой вот статуэтка призрака-леница. То есть фигурка. Спасибо большое, это очень круто. Да, я такую еще ни разу не видел. Я тоже. Вот это крутая штука. Офигеть, она стеклянная. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну, а теперь ваша сумма. С вас 10 тысяч. Дальше можно не говорить. Я уже все вижу. По карте. Пожалуйста, оплачивайте. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Будем очень рады вас видеть. Да, спасибо и вам большое. До свидания. До свидания. Ну, мы и потратили сегодня, конечно. Да что ты сразу-то? Нормально все, не переживай. Даже не думай об этом. А я вот думаю теперь об этом. Я же говорю тебе, не думай, все нормально. Пошли давай.
Так, ну все, мы пришли домой, и теперь осталось это все разобрать. О, боже мой. Да, это, конечно, ужас сейчас будет. Не скажу, что это прямо ужасно, но это будет жестко. Давай уже. Первая коробка, вторая коробка, третья коробка. Давай. Четвертая коробка и пятая коробка. Все. Капец. Давай разбирать. Давай. У нас нету специального горшка для того, чтобы вырастить тыкву. И вообще, чтобы посадить куда-то семя. Значит, надо сходить и купить. Ладно, я, короче, сейчас сгоняю быстро и куплю все эти моли. О, давай. Так, какой бы горшок купить? Вот такой, наверное. Спасибо за покупку, приходите к нам еще. И вам спасибо, до свидания. А лейку еще можно? Спасибо большое, до свидания. До свидания. Так, тыкву я хочу посадить вот здесь вот. Так, посадим ее здесь. Вау. Будем ждать, когда она вырастет еще больше. Уже выросла? Лео, тыква уже выросла. Ничего себе, это что за гипертыква? Не знаю, но можешь сам выйти и посмотреть. Нет, спасибо. Так, в общем, пойду поставлю лейку. Да. Все-таки пойду посмотрю. Вот это бабаха, конечно. Офигеть. Так, еще осталось повесить тут паутинки, чтобы было еще лучше. И вот сюда вот паутинку. Все, готово. Все, Лео. Ты чего вышла? Иди давай быстрее домой, замерзнешь еще. Простынешь. Ладно. Что там? Я хотела сказать тебе, что я уже все сделала, все развешала, все повешала и, в общем-то, все готово. Я думаю, что теперь мы готовы к Хэллоуину и осталось теперь примерить наши костюмы. О, давай. Теперь осталось только надеть тебе маску, Лео, и ты будешь пауком. Да, господи, я такой смешной. Да, вообще. Я, правда, боюсь пауков, но ладно. Силе, ты чего? Я же Лео. Да я просто реально боюсь. Да ладно тебе. Так, проверим метлу, потому что на ней было написано, что она умеет летать. Типа, летучая метла. О, ё-моё, ёкаламаная! Силе, ты куда? Подожди. А, боже мой, я не могу так быстро летать. Это что вообще такое, боже? Стоять! Фух, спустилась. Куда помчалась-то? От тебя помчалась. Я пауков боюсь. Ладно. Не надо было все-таки, значит, покупать этот костюм. В общем, костюмы у нас крутые. И будем ждать Хэллоуина, чтобы отметить его вместе с Лео. И, конечно же, не только вместе с Лео, но и с нашей семьей. Да, ну а их костюмы вы увидите позже, когда настанет тот самый день. Да, так что до новых встреч на канале. Всем пока-пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну, а свою идею для видеоролика вы можете написать в комментариях. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока, ребята!